Всем привет, с вами Ниагара, продолжаем проходить игру Тук-Тук. Новые вещи. В эту игру нужно играть в темноте. Сядьте напротив окна и закройте глаза. Представьте себе, что что во тьме за окном возникли некие новые вещи. Мысленно произнесите фразу: «Они там, я просто не видел их раньше». Повторяйте это до тех пор, пока не почувствуете, что кто-то смотрит на вас в окно. Выходите из комнаты. Так, следующий этап. Дом. Там дальше впереди какое-то чудовище, рыба. Я даже себе представить боюсь, чем это кончится. Он проснулся уже не самое, как сказать, начало, да? Что? Часы. Хорошо. Уже хорошо. Так, давай врубим свет. Я люблю принимать гостей, когда кто-то ко мне приходил из леса. А, иногда я даже готовил ужин для заблудших сопутников. Лисы приходили к нему, ставил несколько чашек на стол, мысленно разговаривал с ними. Вот тогда-то я и узнал, что больше всего на свете боюсь невидимок. И все-таки, куда подевался дневник? Скорее бы его отыскать. Сейчас это самое важное дело. Отыскать дневник. Чтобы он там что-то прочел, я так понимаю. Нам нужно взять часики. Меня ждут дела. Днем я беру образцы, они тут повсюду. Нужно проверить состав земли, еще воздух, воду, фауну, флору. Так, пошли наверх. Да, здесь у нас тупик. Но все равно свет зажигаем. У нас везде свет должен гореть во всем доме. Так. Хватит ломиться ко мне в дом. Какого черта? Аккуратно. А, это лес вырождается. Когда-то тут был заповедник, но теперь интересные звери вымерли. Остались одни насекомые. Все больше болот, деревья гниют и сохнут. Редких пород почти не найти. Давай, у нас время не идет, как видишь. Вот поэтому нам дали фору, потому что изначально время не идет. То, что в доме кажется странным, перестанет пугать, если ты выйдешь в лес. Прикоснись к ним без страха. Открой глаза. Не бойся видеть, не бойся смотреть. Это же смерть, а просто новое время. Смерти нет. И не понимаю, почему я пишу такое во сне. Что же все это значит? Он сам себе пишет: выйди в лес, выйди в лес. Господи. Опять началось. Так, теперь у нас уже знакомые комнатки. Не смотри в зеркало, смотри в окно. Смотри в окно. Я сейчас посмотрю, где лопнула лампочка. Все меньше дней до конца. О, какие странные записи. Нет, вроде бы везде горит свет, это просто звук какой-то лопнувшей лампочки. Так, здесь тоже свет врубим. Давай. Класс. Так, ну дверь в лес пока не открывалась. Я возьму сейчас эти часики, зажжем здесь свет. Блин, как будто в этот дом постоянно кто-то ломится. Мы посадили лес, чтобы спрятать дерево. Музон. Ужас, нам быстрее отсюда уходить. Кошмар. Да, каждому отмерен свой срок. Посмотришь на часы, задумаешься, сколько тебе еще отпущено. Лучше гнать от себя эти мысли, а то еще накликаешь. Действительно. Так, внизу... приглашают прогуляться по лесу. Внизу есть Верка. Здесь, наверное, уже не будем включать свет. Пошли. Прогуляемся по лесу. Все равно меня заставят туда прогуляться. Раз дверь открылась, мы можем выйти. Пошли. Я не знаю, нужно ли нам в этом лесу искать ту самую девушку. И вон она. С чем связано то, что я ее могу видеть. Так, но сейчас я ее никак не настигла, по крайней мере. Как-то, помните, было в серии, что я ее... как-то поймала или не поймала, но, в общем говоря, подошла к ней, и у меня как бы случился то ли сон такой, то ли какой-то яркий. Так, вернуться к дому. То есть, так или иначе, предлагают гулять по этому лесу. В каждой
каждой такой главе, которая у нас просто по дому, без гостей, так скажем. Прогулка в лесу, и попробуй потом вернуться в дом. Ну, что-то в этом есть, возможно, да, когда ты ходишь-ходишь по этому лесу и очень-очень хочешь вернуться в дом. Просто очень. Так, рано или поздно мы все равно туда возвращаемся. Иногда получается быстро, иногда не очень. Так, давай еще вниз. Следующую тропинку. Девушки тоже не видно. Еще ниже. Но больше всего, конечно, напрягает, пугает уровни, когда нужно прятаться. А те, кто приходит в гости ко мне в дом. Это пугает. А, дом. Я видела его. Дом, милый дом. Дом. Наверх. Еще наверх можешь? Так, теперь прямо где-то здесь. Вот он. Я вернулась в дом. Замечательно. Пройдена эта тема. Следующая — прятаться. Что же будет потом? Там какое-то чудовище, рыба. Что это может означать? Сложно себе представить. Так. Ага. Умение правильно прятаться необходимо каждому, давно нужен секрет. Это общее место. Но я еще с детства достиг особых высот в этом трудном искусстве, чтобы тебя не нашли, соблюдая одно важное правило. Какое? Не смотри, никто тебя не увидит. Чего я не вижу, того нет. Это странно, но это работает. Хорошо. Не смотри. Пошли исследовать все, что у нас есть. Продержаться до рассвета и не вернуться в самое начало. Основная наша задача. Игрушка, не сказать, что очень сильно пугает, но бывают такие моменты, когда реально чувство того, что тебя преследуют, есть. Того, что они за тобой наблюдают или ходят за тобой. Того, что нужно побыстрее скрыться. Есть такое, да. Звуки неприятные, но не сказать, что очень пугают. Естественно, если вы услышите такие звуки у себя в квартире, в темноте ночью, ну это как минимум напугает. Я бы не стала вот так со свечкой ходить и прохаживаться по дому, хотя кто знает. Да, что бы я предприняла? Слава богу, меня не мучают такие звуки. Так. Часики мы нашли. Ну, что ж ты не открыл-то? Что ж такое-то? Открывай. Мы хотим эту дверку открыть. Есть вход наверх. Давай сначала включим наверху свет. Вот эти лампочки. Где же дневник? Может быть здесь? Эй, отзовись. Отзовись, блин. Так. Класс. Должен признать, очевидно, но не умеет. Это выше его сил. Не умеет. Что-то не умеет. Так. Что? О, господи, нет. Пошли в другую сторону. Я что там хотел увидеть? Еще что-то хочет здесь рассмотреть? Давай быстрее. Честное слово, за нами погоня. Черт. Быстрее открывай. Камон. За нами хвост. Давай. Только полночи прошло. Еще очень много предстоит сделать. Просмотрим. Пока не вижу. Пока не вижу, где она. Что? Какого черта? Теперь будешь ты. Черт, кто-то идет. Шаги. Где? Не вижу. Часики? Нет, не вижу. А, слава богу, я никого не вижу. Так. А проверим наверху. Ты сам поверил в меня.
какого черта, не разговаривай со мной. Так, здесь нет ничего. О! О, господи. О, господи. Там какие-то следы, черт. Что-то он видит здесь. Давай быстрее. Так. Ничего не вижу, поэтому не могу сказать конкретно, что там за такие следы. Стоит ли сюда ходить? Стоит ли сюда ходить? Черт. Попробуем включить тут свет. Так. Я слышу, как ты дышишь. Не надо. Я тоже это слышу. Свет. Немного осталось до утра. Давай, протяни, умоляю. Так. Ну, вроде пока все спокойно. Попробуем я включить здесь увидеть. Свет. Где ты? Отвали. Я в подвале. Не надо меня видеть. Часики, часики. Умоляю, быстрее рассвет. Умоляю, давай. Мы здесь дождемся его. Все. Есть. Фу, в этот раз даже не пришлось бегать от преследователей. Все живет. В эту игру нужно играть в тишине. За 2 часа до рассвета соберите костей. Все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Каждый напряженно думает о своем. Рано или поздно вы услышите голос. Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Все должны замереть. Если шорох продолжится, это значит, что игра окончена. И нужно немедленно прекратить среди вас невидимка. Любопытно. Здесь что-то связано с часами. Посмотрите на домики, часики. Изображены. Так, давай подъем. Красавчик наш. Где твои часики? Покажите. Должны быть где-то часики. Вот они. Ага. Хорошо. Природа машина, природа сильнее человека. Все неразумно и просто, все объяснимо. Если есть ее законы просты и стабильны, самый надежный из них — это время. Циклы и распады — необратимые, но повторяющиеся процессы. Оно всегда ставит все на свои места. Давай, дорогаем. Так, есть контакт. Ты боишься, поэтому хочешь уснуть назад. А надо проснуться вперед. Что Христов остается все меньше. Действительно. Где-то здесь? Нет. Унылое место, но мне здесь спокойно. Это лесная земля, глина, песок, перегной, обычная почва. Давай, уже хватит болтать. Поджигай. Надо навести порядок в доме, пора принимать гостей. Не надо принимать гостей, мы будем в следующей главе. Сейчас пока просто ходим. Каждый день я беру атмосферные пробы, влажность обильная, состав азота и кислород. Земля не меняется уже много лет, все то же, что было при предках. Только беднее отмечается этот факт изо дня в день. Моя работа. Отмечает этот факт. Да, такая у тебя работа, а еще тут... Постоянно ходить в доме с призраками. Жуть. Так, потопали наверх. Все тихо, не слышно ни сов, ни волков, только лягушки и мошки. Зажигай. Зажигай. Ну, отлично. Так, еще лампочка. Я думаю, что теперь наверху мы уже найдем часики. Сейчас посмотрим. Где-то здесь. Этот стук в дверь, он, конечно, пугает. Тут много книг, в них содержится множество однообразных данных, сомневаюсь их в пользе. Все, чем набит этот дом, хранится в моей голове. Разницы нет, я так давно здесь живу, что фактически сросся с моим жилищем. О, да. Молнии мне не хватало. Пугает в каком плане? Если вы играете в наушниках, то он очень напрягает. Серьезно. Да, звук этот неприятный.
Так, берем часики. Класс. Погнали. И все-таки хорошо тому, кто закончит свой путь со спокойным сердцем. Тяжело встречать смерть, не успев довести дело до конца. Такой голос у него. Так, дверка уже доброжелательно приоткрылась. И опять я последнюю комнату не зажигаю. В этом, видимо, нет никакого смысла. Хотя вдруг здесь есть какой-то листок. Давайте все-таки подожжем. Тут следы босых ног, по-моему, натоптаны. Да, ты себя запустил. Твой дом заколочен, сжат и опустошен. Восстановить его лучше как можно скорее, потому что она уже близко. Смотрите. Руки и следы на полу. Что, черт подери, творилось в той твоей комнате? Объясни нам. Пошли. Идем гулять. Опять прогулка по лесу. Опять хаотичная. Она близко. Возможно, это девушка из леса. Девица вот эта в лесу, которую я здесь вижу, но которая никак со мной не контактирует. Она ничего мне не говорит. Ни о чем не просит. И также не преследует. Вон она. Давай подойдем к ней. Исчезла. Мы ее встречаем каждый раз. Я не знаю, это хорошо или это плохо. Но, как я уже сказала, ничего плохого она, в общем-то, нам не делает. Так. Я хочу вернуться домой. Он так и спит в шарфе. Вот это очень интересно. Закутывается в шарф. Кто-нибудь спит закутанный в шарфе? Интересно. Ладно, там вот эта ночнушка, это еще ладно. Так, рано или поздно таким образом мы найдем дом, я уверена. Я в это верю. Он где-то здесь. Так, перемещаясь таким образом, мы его все равно разыщем. Не было еще ни разу, чтобы я гуляла здесь очень долго. Как правило, дом отыскивается. Так, давай. Давай, тупо. Можем подняться наверх, например. Пройтись. Что-то здесь запоминать это бессмысленно, потому что эти деревья и эти лапы, кусты вот эти, они совершенно одинаковые, и тропинки никакой нет. Не видно каких как бы признаков, чтобы запомнить, где ты сворачиваешь, куда идти. Интересно, а если я здесь буду ходить очень долго, чего не изменится? Просто будет ходить и ходить. Ладно. Так. Я пытаюсь еще с этой стороны, с правой, рассмотреть стены дома. Бывает так, что их слегка заметно, если даже мы немного как бы далековато, не на той тропинке, бывает заметно, и можно потом подойти к нему, поторопиться. Так. Ну что, приятель, мы заблудились. Заблудились, кажется, очень плотно. А вот дом, вот дом. Плачет эта девушка. Окей, на первом этаже так окна заколочены у него. Следующий этап, снова прячемся. О, мы все ближе и ближе к тому монстру. Пора вставать. Такой. Так. Пошли сначала в эту сторону. Почему-то я так решила. Рисунки непонятные. Ты в свободное время рисуешь, что ли, у себя на стенах? Пол с глазками. Сама милота. Конечно, твоим чудовищам очень нравится в твоем доме. Любое чудовище мечтает поселиться в таком доме.
Для него это, наверное, все попахивает уютом. Прятки — это не игра, а такой образ жизни. Где бы и как бы ты ни прятался, время всегда идет назад. Потому что... Да, мы в курсе вообще, что время идет назад, когда мы прячемся. Потому что... Объяснили. Так, пока все хорошо. Пока хорошо. Мне бы пару часиков найти, чтобы побыстрее наступил рассвет. Так. Это последняя комната. Не надо рычать. Спокойно. Так. А здесь у нас такие лампочки. Настенные. О, господи. Что? Что? Где? Ага. Внизу лопнула лампа. Ну, это еще пока ни о чем не говорит. Ну и мало времени прошло. С рассвета. О, да. О, да, часики. Это очень круто. Давай, давай, давай. Все, полночь. Полночь есть. Больше ничего здесь не хотела ты увидеть. Пустая комната. Здесь что-то он хочет рассмотреть. Зачем ты хранишь у себя в доме такую голову непонятного чучела? Это дурная дрема. Ты умираешь, а в лесу хотят, чтобы ты жил. Все-таки хотят, чтобы он жил. Какого лешего тогда они его преследуют, а? Давай. Мне нужен свет. Я люблю свет. Так. Что? Какого черта? Так, что там написано? Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. О, господи. О, боже. Вот здесь? Нет. Нет, 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 нет. Я сама себя загоняю в ловушку. Нам нужно бежать в другую часть дома. Кто-то хочет здесь увидеть. Подождите, отвалите. И до рассвета еще очень далеко. Так, это тут патефон или как это такая штуковина. Здесь мы можем спрятаться. Идет. Пока не видно. Пока никого не видно. Пойдем в эту часть дома. Есть кто-нибудь дома? О, начинается. О, я вижу здесь, да. Видите, куст стоит. Да. Я прогнала его. Ух ты. Тесные, сжатые комнатки. Какого черта это сейчас было? Меня отбросило назад. А! Жесть! Что это было? Что за куст? Какого черта? Время откинулось назад. Боже, это рили плохо, да? Рили плохо. Меня опять сюда бросило. Я не понимаю, что это такое. Видимо, с этим не нужно связываться или не включать свет. У нас так все было хорошо. Время было уже час или два ночи. И вот такая заморочка, черт. Ладно, здесь мы можем спрятаться в случае чего. Поэтому я говорю, что эти уровни, они, конечно, намного сложнее, чем те, когда нужно просто ходить по лесу, там, в доме, брать часы. Так, здесь еще что-то есть. Давай. Пока, знаете что, никто не стучится. Надо проснуться по-настоящему, тогда все кончится. Кончится. То есть ты не проснулся до конца, что ли? Давай, зажигай свет. Ничего не хочет рассмотреть в этой комнате. Такая пустая, как была. Еще что-то здесь есть. Может быть, нужно снова подняться наверх, тогда он тоже там закроет глаза. Как вариант. Я проверю сейчас эту свою догадку. Вдруг я так пропускаю где-то часы. Здесь просто куча листьев. Опа. Так, подождите. В чем проблема? Да, видите? Часы. Ху-ху-ху. Здорово. Это здорово.
Но опять же, мы возвращаемся на тот этап, на котором я находилась. Да, это только за полночь, чуть-чуть за полночь. В подвал. Спускаемся в подвал. Никто давно не стучался в двери. Еще часы, о боже. Вы просто балуете меня. Так. В этой спальне что-то не так. Какие-то звуки. Может быть, там не стоит включать свет? Но здесь никого нет. Давайте не будем пока здесь косипорить. Так, наверху. Пошли. Глазки, он не хочет больше закрывать здесь. Здесь хочет. Давай еще часики, и просто будет великолепно. Я буду счастлива. Давай. Что-то он представил, да, какой-то предмет пыток. Черт подери. Так. О, нет. Нет, ты делаешь не то. Ты должен не открывать дверь. Зажигать свет. Ну ладно, может быть, он вот так сделает сейчас. Давай. Давай. Класс. Опа. Меня перекинуло. Может быть, здесь отсидимся до рассвета? Или спуститься вниз? Не так много, ну в общем-то, нет. Долго сидеть. Долго сидеть. Глаз исчез, поэтому давайте свет зажжем. Здесь был портал. Так, я его закрыла. Так, дальше свет горит. А, черт. Только не это. Я хочу здесь свет включить. Меня осталось не так много, поэтому отвалите. Да. Вот начинается стук двери. Кто там? Кто там? Отвалите мне не так долго. Мне осталось совсем недолго. Я боюсь профейлить этот момент, потому что осталось ждать буквально чуть-чуть. Давай походим, может быть, здесь где-то проявятся часики. Он не хочет закрывать глаза. Я хочу тебя видеть. О, нет. Нет, умоляю. Не сейчас. Умоляю. Я спрячусь вот здесь. Можно? До самого рассвета. Но никого нет. Я не вижу этих безголовых хромоножек и никого другого. У нас уже на носу рассвет, поэтому отсиживаемся. И давай. Рассвет. Ну же. О, да. Как раз, когда там еще перегорела лампа, наконец-то запели птицы. Фух. Продолжим в следующей серии, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите. Всем пока.